врачей в моей семье не было. И, ну, я знаю, что мама одно время очень хотела стать врачом, но она меня единственная, кто поддерживал в этом начинании. Папа, он как настоящий армянский мужчина, куда, сынок, хочешь, как бы туда и развивайся. У каждого нормального человека должны быть цели, которых он хочет достичь. Вот у меня есть несколько таких целей. Это, ну, как бы это не банально звучало, семья, дети, большая семья. Я хочу, чтобы мои родственники, все мои близкие были всегда рядом со мной. Я хочу постараться в будущем, таком не совсем отдаленном, иметь уже собственную клинику. Ну, вот это, наверное, основное.